Всем привет, мои дорогие друзья, с вами я, Артуян. Сегодня мы поиграем в такую игрушку танчиков. Короче, мы тут за танков будем играть. Так, внимание, солдат, добро пожаловать в эту игру. Ищи и уничтожай рядовой. Название вот... А, вот это вот пуля. Ладно, давайте поедем. Вот там какой-то череп. Давайте стрельнем. Все, попали. О, все, взорвалось. Отличная работа. Уничтожай врагов, пока не заполнится шкала. Окей. Вот, что-то, кто-то, блин. Они все по мне стреляют. Братаны, давайте дружить. Это Россия, это мы. О, у нас денежки накапливаются, кстати. Давайте мы будем... Это Россия, получается? А это Украина и немцы. Это Украина с немцами. Еще одного танчика. Вот он. Все. Так, что я хотел? О, видишь, какой он большой. Удар грома. Офигеть. А что нам делать? О! Давайте отсюда. Не попал. Все, попал, попал. Давайте. Шауи. Ну, давай вот так старан. Ай, блин. Какое тело нет. Получил. Получил. Вы почти что умерли. Да, мы смогли это сделать. Так, младший капрал. Какой тут цветик у нас. А, так, это мы. Давай, проверим. Пойду ежедневное задание. Давай. Завершать матч, ой, извини, приключений. Получай награды, открывай большие контенты, выполняй задания. Ладно, давайте посмотрим, что это за задание. Это пока что все. Увидимся. О, маха рядовой. Короче, ребят, посмотрим. О, вот танки. Кобра. Офигеть, сколько много других танков. Ну, давайте посмотрим потом, что тут за танки у нас. Офигеть, конечно, как же много. Так, это что? Ящик дня поясами. О, новая кобра. Что? Самоцветы, монеты 21 и кобра. Так. Ящик дня. И куда нажимаем? Что это? Так, мы там никак не можем прокачать. О, усилитель. За 10 монеток. Так, ну и что-то. А, еще не забыл. Смотрите, дальше вот это. Потом вот это, потом вот это. Короче, их очень много. Машина вообще какая-то. Вот это самый дорогой. Ладно. Тут нам ничего не надо вот это выполнять. Короче, поехали. Поехали дальше. О, у нас что-то добавилось. Ладно, и давайте сейчас это попробуем. Что это вообще за штучка, ребят, такая? Какой-то... Я не могу в него попасть. Сейчас. Так, вот так. Не могу в него попасть. О, вот. Получай. Получай. И вот это. С одного удара. С одного удара я делаю это парня. Поехали. Так. Едем. Вот, вот. Какой-то чувак, какой-то...
Он вот так шел бомба. А мы нормально так. И давайте проверим, что это за штучка. Офигеть! Ага. Это вертолетик? Это вертолетик? Офигеть. Давай. И вертолетик у нас куда-то пропал. Так. И все, вот. Тоже это видео. Опять у нас удар грома. Офигеть, офигеть. Так, сейчас попробуем. Бабам. Жестко. Бабам. Получай. Получай. Давай. И бабай. Мы сделали это, ребят. Так. Надо три раза собрать. Так. Получить 50 монет. И дневные задания мы сделаем. Так. Так. Вот, есть. Давайте вернем, что у нас в кейсе. Так. Это что-то новенькое, но... Это вот там кобры. Ладно. Повысить уровень. Давайте повысим уровень. И посмотрим, что... О! Можно вот это подключить. Офигеть, у нас что, теперь щит будет? И вот это. Мы тут пока ничего не сможем. Так, что я хотел сделать? Так. Так, тут получаем. И вот тут получаем. Так, лучше гаражи. Гаражи не можем. Вот, только прокачать. Ладно. Еще прокачали. И поехали. Поехали. О, уже пустыня. А щит. Так, танчик. Кажется, мы обходимся без вертолетиков. Все, пакет брата. Танчик, это танчик. Это нет. Или это украинец? Офигеть! Это какие-то новые? Так, вертолетик. Вот так. Офигеть, вертолетик, спасибо. Давай. Давай. И босс, какой новый. Офигеть, легион. Какой-то новый боссик. Давай-ка с высоко. Вот так. И с этим лицом по лицу. Ай, ну мы сюда. Ай, блин, больно, больно. Упал. Получай. Все, упал. Человечек упал. Все, мы смогли, мы сделали. Капрал. Так. О, кейси. У нас есть новый кейси. Так. Так. Давайте на кейси. Ну что? И сейчас уровень один раз. Короче, поехали. Так. Все. Так, не знаю, у нас другая локация. Джунгли. Так. Эти самолеты? Вот. Ну вот так же, Грэпай меня бесит. Нет, 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 нет. Давай. Блин, он по мне стреляет. Он заставил меня потратить эту штучку. Это вертолетик. Ах, какой. Я там все. Для вертолетика. Че, боишься выйти на бой? Ай, баба. Ой, ой, не больно.
Бам-бам. Босс, босс. Ха-ха. Армора. Видите, да? Вот тут новый боссик. Ой, блин, нам вот там накидывают эти бомбы. Блин, блин. Ай, блин, больно. Ай, блин, все. Мне чуть-чуть хп. Все, он меня убил. Он меня убил просто. Вот меня убил. Офигеть. Давайте попробуем еще раз. Так. Вертолетик давайте на босса прибегем. Вообще он какой-то... Ах, вот это. Ты просто на прошлый раз... Это что? Это Катюша? Давай, получай. Вот этот мячик. Мама, до первого раза. Ой. Опа. Ах ты. Мама, получай. Поехали дальше. Так. Офигеть. Баба. Вот. Ну все, теперь используем самолеты, чтобы убить этого босса Армада. Давай, баба! Все, мы его сразу убили. Мы его, ребят, сразу убили. Так. О, теперь у нас что-то космическое будет. Офигеть. Что это? Мы можем что-то прокачать. Так. Тут можно что-то прокачать. О, щит. Давайте, кстати, выберем щит, ребят. Все, у нас все щит есть, кстати. Так, нам что-то предлагают. Так. Лучше усилитель головы. А какой усилитель? Мне все по голове. А, не, ну я понял. Усилитель поражения какой-нибудь получить. Ну, посмотрим, что это усилитель. Ладно, какая-то космическая локация. А что есть щиток? Получай. Офигеть! Какие-то... Это лазерные? Это лазерные! Не понимаю, что это за танки лазерные? На всякий случай стану. Чтоб проверить. О, нет, это лазерная. Лазерка. Бабам. Убили. Поехали. Получим. Получим. А ну стой. Так, кто его? Большой лазер! Лазерная пасть. Давайте используем щит. Поехали. Вот так. О, блин, у нас щит попадает. Давай, получай. Получай. Да, мы убили эту лазерную пасть. Эту пасть. Сержант. У нас вроде открылся один кейсик. Посмотрим. Давай. Прокачка на кобру. Окей. Сейчас прокачка на кобру. Идем прокачивать кобру. Так. Все, мы прокачали кобру. Так, кобра прокачанная стала. Так, мы тут... Короче, нет, окраска. И все еще уровень 1. Мы поехали. Так, тренируем.
Офигеть, какие! Офигеть! Сватка с боссом! Офигеть! Сколько же мангас! Командир! Так, приключения! Офигеть! Смотрите! Офигеть, сколько тут много изюминов! Ладно, а мы с вами поехали! Там много чего, ребят! И там у нас еще не все открыто. Ой, блин, летающий тарелка. Лазер, лазер. Лазер. Блин, летающий. Блин, получай. Пока что справились. Летающие тарелки, ребят. О, лазерка, лазерка. Пасть. Это мини-пасть, ребят. Так, едем. Так, пока что никого нету. Так. О, чёрт, нет, нет, не только не мы. Блин, мне ещё и лазерка. И ещё и пасть. Блин. Лазерная пасть, лазерная пасть, только не ты. Получается. Так, у нас уже ХП отнимается, конечно. Босс, босс, какой он. Летающая тарелка, босс. Победитель. Чип. А у тебя немножко ХП. У меня много. Ты мне ничего не сделаешь. Бабай. Так, если к нему пока что еще кейсом не полетели у нас. Приключения. Так, короче, мы пока что все еще ничего не можем, ребят. Командиры, сидеть, ребят. Ладно, ребят, битва за материнский корабль. Так, поехали. Не знаю, что нас там ждет. Офигеть. Это мы уже... Лазеры! Это что за штучка? Ай, больно. Еще и пасть это. Давайте вот так вот встанем. Получай. Это шарик, ребят. Какой-то шарик. Фрикаделька лазерная. Я чувствую под ним, что летающая тарелка. Да, я так и думал. Это ты. Так. Поедем. Офигеть. Он в другую сторону. Босс. Офигеть. Сори. Вот сзади. Сих. Никто нас не победит. Не проблем. Блин. Мы победим, нет. Мы не сдаемся. Россия не сдается. Русские не сдаются, татары не сдаются. Никто не сдается. Все. Лазер пропал. Лазер. Получай. Вот, побежден. Так. Какой же уровень? Второй уровень, да. Так, пока что мы еще все ничего не можем. И живы. Ну, надо, блин. Командир. Ну, иди. Короче, ты уже там заборожил. Улучшить. Так, это что? Там у нас что, лучше это?
Короче, ребят, вот этот. О, можно прокачать кобру за 14. Там прокачали кобру. Есть какие, конечно, танки везде. Короче, ребят, давайте один раз попробуем играть. Да. Второй, он должен быть чем-то покрупнее. О, монетки. Вот так. Монетки вообще. Так, баба. Блин, он стреляет. Да я сами ненавижу. Баба. Баба. Ой, больно. Чего много хп так отнимается? Так, еще один танчик. Вот ты. Ай, больно. Баба. Босс. Давайте используем щиток. Удар грома. Ну, щит. Ты меня не ударяешь. Должно быть солнце, а не гром. Вот, видишь, ай. Ай, что ты, что? Я уже иди, да? Так. Нам тоже пишет. Нам нужно играть в пишет. Давайте откроем. Что же там будет? О, моно четвертый. О, какой-то много ящик, в котором мы увидим только в следующем видео. Вот такая вот у нас получилась ролик, ребят. С вами я был Артем. Всем пока.